за нарушение правил использования ремней безопасности водителям, а также за осуществление перевозки пассажиров, которые не пристегнулись ремнем безопасности, административную ответственность несут и водитель, и пассажир. На водителя налагается административный штраф в размере 1000 рублей. Пассажира накажут штрафом в 500 рублей. На территории города Великий Устюг и Великоустюгского округа с 12 по 15 февраля 2024 года на территории нашего округа проходит профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Данное правонарушение у нас, значит, влияет на аварийность на территории города Великий Устюг и Великоустюгского района для профилактики данных административных правонарушений. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено 8 правонарушений. При этом 5 из них касались именно игнорирования обязательства использовать ремень безопасности. Соблюдайте правила дорожного движения. Это не прихоть полицейских, это ваша безопасность. Ксения Смирнова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».